Так, добрый вечер, дорогие друзья. Наконец настало 19 декабря. Это значит, что сегодня мы наконец узнаем имена трех счастливчиков, которые получат от нас три замечательных подарка. Главный из которых, конечно же, это новенький iPhone 5C и две iTunes гиф-карты номиналом 500 и 1000 рублей соответственно. В первую очередь, позвольте сказать спасибо каждому из вас за то, что читаете нас и участвуете в жизни нашего, пусть маленького, но очень дружного сообщества. Давайте я быстро напомню условия конкурса. Вы должны были выполнить два шага. Это первый — состоять в нашем сообществе, что логично. И второй — это сделать репост новости о конкурсе на свою стену. Итак, давайте начнем. Для начала мы найдем победителя, который заберет iTunes гифт-карту на 500 рублей. Так, для этого мы идем к нам на сайт, наше сообщество, и переходим на мобильную версию. Так, вот наш конкурс. Смотрим, поделилось. 39 470 человек, супер цифра, большое вам спасибо. Переходим на последнюю страницу. Так, 799 страниц, на какой-то из этой страницы. Из этих страниц находится наш победитель. Как и в прошлый раз, мы воспользуемся сайтом random.org. Random.org. Есть 790 страниц. 790. Генерируем. И получаем 236 страница. Так, давайте, чтобы быстрее ее найти. Мы знаем, что на одной странице ВКонтакте находится 50 человек. Мы 50 умножаем на 236. Так, простите. 50 умножить на 236. 11800 мы прописываем вот здесь. Так, есть вот наша 236 страница, и кто-то из этих 50 человек, и есть наш победитель первого приза. Так, 50 человек, генерируем, этот человек под номером 18. Давайте отсчитывать. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Наш человек под номером 18, а именно Тимофей Шатный. Предварительно мы его поздравляем, проверяем, выполнил ли он все условия конкурса. Я уже вижу, что нет. Он не состоит в нашей группе, в нашем сообществе. К сожалению. Так, поиск по записям. Ну, давайте хотя бы посмотрим, сделал ли он репост. Хотя это уже его не спасет. Да, он сделал репост, но, к сожалению, Тимофей Шатный не состоит в нашем сообществе. К сожалению. Мы продолжаем искать победителя нашего первого подарка. Итак, мы возвращаемся на общее количество страниц и вбиваем новую цифру. Точнее, цифру старую, но находим новое сгенерированное число. Это 403. И старым способом мы выясняем 403. Умножить на 50, это 20150, 20150, итак, вот эти 50 человек, 50, этот человек под номером 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22. Диас Дилмат, номер 22. Давайте посмотрим, выполнил ли он. Так, он состоит в сообществе, первое условие есть. И теперь давайте посмотрим, сделал ли он репост. Так, блок Apple. Да, он сделал репост 7 декабря. Молодец. Он выполнил все два условия. Поэтому мы поздравляем нашего первого победителя. Он получает iTunes Geek Card на 500 рублей. Мы же переходим к поиску следующего победителя iTunes Geek Card уже на 1000 рублей. Возвращаемся на страницы. И вбиваем снова от 1 до 790. И получаем 247. 247 страница. Так, 247 умножить на 50. 12350. 12350. Есть. 247 страница. Вот эти 50 человек. Следующий наш победитель под номером 48. Спускаемся в самый низ. 50, 49, 48. Максим Сыч. Так, смотрим, выполнил ли он. Он не выполнил уже одного условия. Он не состоит в сообществе. Как же так? Друзья, нужно внимательнее читать условия конкурса. Заново придется начинать. Так, продолжаем искать второго победителя. 250-я страница. Так. 250 умножить на 50. Получаем 12500. И переходим. 12500. 250-я страница. Есть. Новые 50 человек. Это у нас первый. Арсений Никифоров. Что ж, давайте посмотрим, что же скажет нам Арсений Никифоров. В сообществах он состоит в нашем. Замечательно. Теперь давайте смотреть, сделал ли он репост. Есть, репост сделан. 13 декабря. Что же, мы нашли второго нашего победителя. Это Арсений Никифоров. Он получает iTunes гифт-карту на 1000 рублей. А мы с вами переходим к главному призу нашего сегодняшнего вечера. Итак, кто же станет победителем новенького iPhone 5C? Возвращаемся на сайт random.org. 790 страниц. Генерируем. Этот человек на странице 512. Итак, 512 умножаем на 50. Получаем 25600. 25600. Переходим. Итак, вот наша 512 страница. Вот эти 50 возможных, точнее 50 человек, среди которых есть возможный наш победитель. От 1 до 50 генерируем 35 номер. Итак, давайте считать. 35 номер. 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41. Так, 40, 39, 38, 37, 36, итак, 35, Нгер Арапетян. Что же, давайте смотреть, выполнил ли этот человек все наши условия.
Так, он состоит в нашем сообществе. Теперь давайте посмотрим, сделал ли он репост. Да, он сделал репост. Сделал он его 5 декабря. Что же, мы поздравляем нашего основного победителя, Мгер Айрапетян. Он получает наш главный приз. iPhone 5C.